4 знака зодиака, которые просто созданы для длительных отношений. Некоторые знаки зодиака просто созданы для длительных отношений, они отлично справляются с ссорами и разногласиями и лишь укрепляют связь. Вашему вниманию, 4 знака зодиакального круга, представители которых – идеальные партнеры для таких отношений. Телец. Телец стабилен и надежен. Когда он решается на отношения, он искренне предан своему партнеру. Он даст понять, чего именно хочет от вас. Ему не нравятся внезапные перемены и отсутствие безопасности. Он настроен на стабильность, но это не значит, что он скучен. Телец очень чувственный. Он ненавидит скучные вечера на диване под мерцание телевизора, он желает выйти в свет и пуститься в приключения. Он готов пробовать новое и будет следить за тем, чтобы отношения никогда не достигли критической точки невозврата. Рак. Рак чрезвычайно заботлив, именно поэтому долгосрочные отношения необходимы ему как воздух. Он не боится делиться своими чувствами и поощряет партнера поступать так же. Рак привязывается к людям, которые его волнуют, поэтому если вы встречаетесь с раком, знайте, что он не развернется и не уйдет, если появятся проблемы. Он постарается наладить отношения и способен сполна удовлетворить эмоциональные потребности своего партнера. Рак предан и стремится постоянно расти и учиться у своего партнера. Неудивительно, что из них получаются замечательные любовники. Дева. Дева чрезвычайно надежна. Когда возникают проблемы, она методически решает их. Она всегда будет стремиться улучшить свои отношения. Дева – командный игрок и знает, как пройти через неприятности. У нее могут быть ссоры и разногласия с партнером. Но, пройдя через это, отношения станут крепче. Она чрезвычайно предана и добра, что делает ее идеальным партнером в долгосрочной перспективе. Весы. Весы обожают долгосрочные отношения. Они ценят гармонию и чрезвычайно терпеливы. Они не боятся уязвимости или эмоциональной честности, что помогает им сообщать о своих потребностях и желаниях партнеру. Когда весы вступают в отношения, они сделают все необходимое для того, чтобы укрепить их и поддерживать гармонию в них. Они стабильны и вряд ли уйдут от своего партнера. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим! До новых встреч! Благодарим за просмотр!